Друзья, всем здравствуйте, меня зовут Карина, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу поделиться с вами моей большой, а просто огромной радостью. Мне наконец-то пришли две раскраски, о которых я так давно мечтала. Хочу сказать, что их бы у меня не было, если бы не одно обстоятельство и огромный вклад многих людей, которые, скажем так, помогли мне их приобрести. Мистику мне подарили мои коллеги, замечательные девчонки. Они мне вложили денежку и сказали, чтобы я ее купила, эту раскраску. И она у меня наконец-то появилась. Раскраска Брайера появилась тоже благодаря чудесным девушкам-колористам по социальным сетям. И я очень-очень благодарна, потому что если бы не они, я бы никогда не купила эту книгу, хотя, честно, я о ней мечтала 3 года. Но ввиду того, что она довольно дорогая, это, кстати, самая дорогая теперь раскраска в моей коллекции, и то, что ее, кстати, тяжело заказать, я бы ее не купила. Ну, и еще две новинки — это карандаши дроуинги и перелен фиолетовый. Но самое интересное, конечно, это тут раскраски. Хочу сказать несколько особенностей, которых я знала или только недавно узнала. И давайте начнем с мистики. Мистика, она проклеена, но не прошита. Так что всегда есть вероятность того, что листочки могут оторваться. Но это как бы отдельный момент, и меня это не пугает. Этот момент я знала. Книга находится в плотной обложке. Также тут присутствуют вот эти фотографии. Это не наклейки. Хотя я знала, что это не наклейки, но я проверила на всякий случай. Попыталась отковырять кусочек, но нет. Вот. Что мне понравилось в этой книге? То, что листы довольно плотные. По моим ощущениям, как всегда. Я всегда говорю только именно свои ощущения. Но есть момент, который мне не понравился. Вначале есть иллюстрации, которые очень хорошо и качественно сделаны. Далее, они даже, я бы сказала, глянцевые. Далее они идут более матовые и разбросаны по всей книге. Этот момент, если честно, ну, как бы не очень. Кстати, маленький такой спойлер, кто не знает. Вышла японская версия этой книги. В японской версии обложка мягкая. Все иллюстрации, которые раскрашены автором, находятся в начале книги. То есть они не разбросаны по ней. И иллюстрации, которые идут в ней от художника, они являются односторонними. Да, то есть, например, тут идет иллюстрация, тут белый лист, тут снова белый лист, далее иллюстрация. Этот момент мне, конечно, понравился, так как я увидела это только сегодня в обзоре, по-моему, американской колористки. Но вот такой факт присутствует. Хотя, если честно, сорян, это мой кот. Если честно, я бы все равно заказала именно корейскую книгу, потому что я очень долго ждала ее, и мне хотелось получить этот маленький кусочек Кореи, потому что это моя мечта — посетить ее. И вот прям есть эта книга, есть этот маленький кусочек, и я как бы счастлива. Да, такая маленькая радость. Ну, ввиду ковида, конечно, моей мечте, наверное, не скоро суждено сбыться в таких условиях. Ну, ладно, отбросим грустную тему. В общем, в любом случае, книга, я довольна. Кстати, я даже перевела вот этот текст автора.
автор рассказывает о том, что он рад, что выпустил эту иллюстрацию и что очень сильно переживал. Да, такие, ну, тут довольно приятные слова написаны. Так что, я думаю, было вложено много сил, много души в эту книгу. Вот. Буду тестить, конечно же. Не знаю, как получится акварель тут или нет, но посмотрим. Вот. Что касается книги Брайера, она очень большая. Я попыталась сравнить ее с другими своими книгами, и, наверное, по формату она больше подходит под книгу Анки Белорски «Мисс Мод», потому что это у меня, наверное, самая длинная книга. Длина, по-моему, 29 сантиметров, а ширина 21. Она, кстати говоря, проклеена, не прошита книга, поэтому так же, как и в «Мистике», листы могут развалиться. Но я про это знала. Иллюстрации тут очень красивые. Бумага плотная. Я смотрела, помню, видео Алены Москалевой. Оно где-то, наверное, года 3 назад вышло с этой книгой, и она в ней акварелила одну из иллюстраций. И с тех пор я поняла, что тут можно акварелить, и бумага все выдерживает. Единственный, конечно, момент есть такой, что довольно тяжело раскрывается. Очень страшно ее раскрывать на полную, потому что, как я ранее сказала, она проклеена. То есть туго открывается. Но посмотрим, как я буду в ней красить. И вот эти иллюстрации в конце, это, конечно, что-то с чем-то. Хочется любоваться и любоваться ими, и красить, и красить. Друзья, я сняла видео в формате, приближенном к 4К, на раскраску Брайера. Так как, ну, объективно, мне на Ютубе ни одно видео не понравилось. То оно формата 480, то 720, то сильно темное, то вообще картинок, иллюстраций не видно. Поэтому я очень ждала эту книгу и хотела вам сделать пролистывание ее в более нормальном качестве. Ну, я, по крайней мере, постаралась это сделать. Мне будет очень приятно, если вы его посмотрите. Надеюсь, оно вам понравится. Есть один момент, который я вам хочу рассказать. Боюсь, «Мистика» и «Брайер» будут последними книгами в моей коллекции. Это не потому, что я разлюбила их или еще что-то. Просто у меня закончилось место. Вот его просто нету совсем. Получается, под этим компьютерным столом у меня хранятся все мои раскраски. И я специально оставила два местечка для «Брайера» и «Мистики», чтобы туда ложить. А так у меня просто места больше нет. Конечно, я не знаю, может, если мне как-то прибьет, приспичит, и я найду такую книгу, без которой просто жить не смогу, я найду это место еще одно, но так его просто нет. Поэтому надеюсь, вы не будете как-то гневаться, что я выкладывать буду только те раскраски, которые у меня есть на данный момент. В любом случае, есть много прекрасных колористов, которые покупают новые раскраски и выкладывают их на YouTube. Поэтому я думаю, вы, если что, не заскучаете. Вот такой момент я хотела вам рассказать. Раскраски Брайер, кстати, и Мистика предоставлены, милый. Ну, я думаю, вы догадались. Я забыла положить вкусняшку от нее. Шли они довольно долго, но я могу понять, почему. Мистика нашла где-то месяц, Брайер, наверное, дней 10 или 14. Ну, вот так вот. Ну, и я не могла дождаться
Вчера, кстати, мне пришло оповещение на почту, что эти раскраски пришли, но оповещение пришло в 18:02, когда почта уже была закрыта. И я такая ходила по квартире и негодовала, как же так, почему я их не могу получить сегодня, ну, то есть вчера. Но сегодня в 9 утра, как только почта открылась, я побежала туда и забрала мою прелесть. Вот. Сейчас я вам еще покажу выкраску на Дервенты и Перелен фиолетовые. И думаю, мы будем с вами на сегодня заканчивать. Друзья, сделала я выкраску на Перелен. Очень красивый цвет. Он, я бы сказала, такой, наверное, малиново-бордовый. Но выглядит классно. Богато. Вот, и дровинги. Сейчас настроим камеру. Вот такие вот оттенки: 5550 и 5700. Надеюсь, вам видно. В принципе, все. Это все мои покупочки. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто принял участие в этих покупках. Друзья, вы замечательные. И те, кто меня смотрит, надеюсь, сегодняшнее мое видео вам не сильно наскучило, так как я редко так много говорю. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Всех вас люблю. Пока-пока.